РЖД заплатит за травму маленького мальчика, который разбил голову на вокзале. В пользу ребенка взыскано 60 тысяч рублей. Напомним, ЧП произошло в марте в Магнитогорске. По словам мужчины, он приехал встречать друга на вокзал вместе с ребенком и женой. Малыш сидел на плечах у отца, когда тот поскользнулся на перроне. После компьютерной томографии у ребенка диагностировали линейный перелом затылочной кости и сотрясение головного мозга. В суде установили, что ребенок получил травму из-за того, что платформа была в наледи. И вот РЖД заплатит семье мальчика 60 тысяч рублей.